жінка зараз активна в усіх сферах. Вона так намагається разом з чоловіком на одному рівні бути. Да, вона і успішна, і красива, і гроші вміє заробляти. Навіщо їй чоловік взагалі? Вона щаслива від цього? Ви знаєте, зараз в сучасному світі дуже багато жінок, які дійсно на себе перебрали немножечко мужських функцій, мужських обов'язків, і от як-то произошло определенне урівняння мужчини і жінки. Я не можу сказати, що це плохо. Но я не могу сказать, что это очень хорошо. Почему? Потому что мы женщины, наша женская природа, все-таки это хранительница очага, все-таки это барыгиня, это ну, вот такая вот как бы заботливая, нежная, ласковая, любящая, отдающая. А сейчас мы заняли такую более агрессивную такую стратегию, скажем так, и позицию. И иногда это меня огорчает, иногда радует, смотря в каких ситуациях. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все-таки нужно оставаться нам в той женской позиции и в том женском начале, которое в нас было заложено. Вот. Что касается того, что мы умные и красивые, это да. Это есть, то есть все мы стремимся к этому. Сегодня женщины научились зарабатывать деньги, научились занимать высокие должности на уровне с мужчиной. Но очень часто я смотрю на девушек, вот она умная, она красивая, но она одна. И когда становится вопрос, а почему, она говорит, вот, знаете, прихожу домой, то есть как бы, а я одна. Вот и почему же одна? Чому це головне питання в цьому випадку взагалі? Вот, я говорю, ви щасливі? Нет. А почему? А потому что в погоне за вот этим вот женским счастьем, так называем в кавычках, то есть за регалиями, за какими-то достижением целей и так далее. Я и такая, и та, да, и тут то есть я там, да, то есть мы в принципе, ну как бы реализовываем себя, свое там, женское какое-то эго, но на самом деле мы все хотим быть желанными, любимыми, мы хотим прежде всего слабыми. И я рекомендую женщинам все-таки занимать эту позицию слабой женщины и быть в позиции любящей, отдающей. Это очень круто на самом деле. И вот, наверное, это вот тот вот рецепт абсолютного счастья, который, вот я говорю, каждой из девушки. В гармонии с собой, с миром и вот в позиции любящей женщины. И как до человека при этом нужно ставиться? Я чула, что человеков треба любить всех. Идешь по улице и тебе я люблю, и тебе, ну там, подумки. Да, это на самом деле очень классная практика. Я девчонкам даю там после тренинга, у них есть задания в полях, и вот они у меня действительно выходят на улицу, и вот едут в метро или идут пешком, то есть как бы и видя мужчину, они вот внутренне улыбаются, и мы, такая тенденция, то есть мы заметили, что мужчины начинают делать комплименты, открывать двери, то есть как бы, ну, проявлять совершенно, абсолютно посторонние мужчины, то есть говорить комплименты, и проявлять какую-то заботу. Это очень приятно. То есть женщине прежде всего приятно, когда о ней заботятся. И какими бы мы сильными ни казались, насколько бы мы там себя, ну, не превозносили там наравне с мужчинами, то есть прежде всего нам хочется быть слабыми. И от этого никуда не денешься, это наша природа. А когда женщина начинает выполнять мужские функции, ее мужское начало берет, ну вот скажем так, верховенство, да, и женщина немножечко становится, ну вот, в роли мужчины. А не один мужчина не хочет, чтобы рядом с ним был такой же мужчина, ну, только в юбке. А іноді чоловік перебирає на себе роль жінки. Мені здається, що коли жінка сильна, чоловік може розслабитись. Не розслаблює. Да, очень часто, вот опять-таки в моей практике, когда я консультирую семейные пары и вообще как бы мужчин и женщин, очень часто я сталкиваюсь с тем, что мужчина действительно, мужчине становится комфортно. Вот комфортно просто, ну, что, она сама зарабатывает, как бы она сама все может. То есть мужчина теряет рядом с женщиной с такой свою ценность. И 90% мужчин в такой паре несчастливы. Вон и теж несчастливы, выявляются. Потому что, ну, природа мужская – это завоеватель, это человек, который вот достигатор. И, в принципе, лидер – это мужчина по своей природе.
Женщина-лидер, ну вот о женском лидерстве это немножечко так вот, скажем так, интересно, но женщина-лидер, она вот должна, вот знаете, как надевать маски определенные, то есть вот на работе, например, если она на руководящей должности, она там лидер, но дома она любящая, она прекрасная, она заботливая, она хранительница, и она прежде всего женщина. Потому что когда мы чувствуем себя женщинами, ну, это очень крутое ощущение. Що зробити, щоб стати більш жіночною? Що жінку жіночною робить? Ну, там, спідниця, сукня, волосся. Да, до речі, про волосся. У вас прекрасна прическа. То есть я тоже задумалась над тем, что вы все-таки постришься. То есть как-то мне нравится этот трапез. Насправді, довжина – це не головне? Нет, это абсолютно не главное. То есть многим мужчинам нравятся женщины с длинными волосами, многим мужчинам нравятся женщины со стрижкой. Женщина должна быть прежде всего ухоженная. Каждый мужчина хочет, чтобы рядом с ним была королева. Я часто замечаю, вот приходит, ну, то есть бывает, доходит до разных ситуаций, вот когда приходит очень красивая девушка, очень красивая, то есть очень красиво одета, ухоженная, все, рядом с ней мужчина, ну вот абсолютно невзрачный. И я задаю вопрос, то есть как бы, ну вот что для вас счастье? А он говорит, вы знаете, вот она для меня все. И тут она поворачивается и говорит, вы знаете, говорит, а он весь мой мир. И вот у меня даже мурашки как бы по коже, потому что это действительно чувствуется. Для женщины очень важно вот это вот мужество мужчины рядом и ощущение внутреннего комфорта и внутренней вот этой вот женственности. Женщина вообще это источник любви. Не только для мужчины, прежде всего для себя, для мира вокруг. И как бы, ну вот, если мы поговорим немножечко об энергиях, то женщина может реализоваться через своего мужчину. Вот говорят, как бы, женщина – это душа мужчины или путь мужчины к своей душе. То есть поэтому очень важно сейчас в современном мире все-таки женщинам обращать внимание на свое состояние внутреннее, больше концентрироваться на себе и на ту духовность, которую мы отдаем мужчине. Потому что самореализация у мужчины, я, может быть, открою, конечно, тайну, но проходит именно через ту женщину, которая находится рядом с ним. Угу. То есть насколько женщина потенциально как женщина, насколько в ней раскрыты вот эти вот женские функции, насколько она себя чувствует по-женски, насколько ей приятно приготовить с утра кофе, приготовить, например, ужин для своего любимого мужчины, погладить ему рубашки, но с любовью. Насколько она делает для своего мужчины все с любовью, настолько мужчина продвигается по карьерной лестнице. Это уже доказано и психологами, как бы, и ну, в моей практике, я уже более 3 лет занимаюсь вот именно консультированием женщин, я провожу тренинг «Женщина со вкусом абсолютного счастья». И вот именно здесь вот мы замечаем, что когда мы перестаем концентрироваться на плохих качествах своего мужчины, когда мы перестаем занимать вот эту лидирующую позицию, вот тогда у нас появляется вот это ощущение женского счастья. Кроме того, я хочу сказать, что ну, очень большую роль в жизни женщины играет ее отец. О, на цьому варто зупинитися детальніше, тому що часто проблеми з чоловіками виникають саме через те, що десь там, з самого дитинства, якісь нюанси там да. вирішені з батьком. Ми, жінки, як правило, вибираємо или же такого же мужчину, як наш отец, или же абсолютний прототип йому. То есть и в зависимости от того, как нас воспитывали, как нас учили быть женщинами, какую любовь нам отдавал отец, мама, то есть так мы и ведем себя в будущем, так мы и относимся к мужчинам. Мне в этом плане очень повезло, у меня папа военный, то есть нас 3 девочки в семье. Да, 3 доньки мы это да, 3 дочки, у меня есть старшая сестра и младшая сестра, сейчас у меня еще есть маленькая племянница, то есть папа у нас такой в рассаднике. Женское царство. Да, женское царство. И вот мой папа очень всегда лелеял нас. Да, он воспитывал нас жестко, потому что он у меня военный. То есть как бы мы... Да, многие вещи мы делали по-мужски. Очень многие функции мы перенимали на себя мужские. Но опять-таки при этом вот эта вот забота отцовская и мужская, она вот осталась. Поэтому такой вот момент, что мужчина заботится, нам всегда это приятно. А что бы вы порадовали батькам молодым? Чтобы каких-то помилок уникнуть? Я хочу сказать, вот прежде всего мужчинам, если у вас есть дочка,
Очень важно давать ей любовь мужскую, потому что для девочки папа – это вот тот первый мужчина, который в ее жизни. Она вот всех потом приравнивает к своему отцу. Поэтому очень важно не жалеть для девочки ничего. То есть, если вы, например, заходите в магазин, и она говорит, я хочу эту куклу, ну, постарайтесь ей купить именно эту. Почему? И сделать это с любовью. Почему? Потому что женщина не должна чувствовать, что она должна заслуживать у мужчины подарки. Очень многие женщины идут на работу, занимают высокие должности только по той простой причине, что они хотят себе позволить iPhone, машину, квартиру, красивую одежду, но они не умеют просить. Угу. Вони не можуть це отримати, вони да. хочуть це заробити. Да, да. Угу. И мы компенсируем через вот заработок этих денег, то есть мы компенсируем то, чего мы не можем попросить. А попросить мы не можем, потому что нас, в принципе, не научили. Угу. И очень важно вот давать возможность своей доченьке маленькой просить. Очень важно, вот, когда она может искренне это сделать. То есть, когда девочка умеет просить, это на самом деле круто, потому что, наверное, любому мужчине приятно делать приятное своей женщине. И не просто, вот знаете, вот я учу девчонок правильно принимать подарки. Когда вот мужчина приносит тебе что-то, вот, например, там, ты там сказала, там, я там хочу там, цветы, например, и вот он принес этот букет. Даже если он не такой, как ты хотела, ты должна отдать ему эмоцию. Потому что для мужчины очень важно получить от нас обратную связь. Это эмоция. Это вот, вот эти горящие глаза, это вот состояние вот абсолютного счастья, это состояние того, что мы ему благодарны. И это не измеряется размером, скажем так, суммы, потраченной на цветы. Нет, абсолютно. Это измеряется тем, насколько искренне этот сделан подарок и насколько искренне мы его принимаем. Потому что, когда мы возвращаем мужчине энергию в плане эмоций, это ну, для мужчины самое главное. И многие мужчины, вот я общаюсь как бы с мужчинами, они просто... Но они говорят, вот больше ничего не надо. Когда ты приходишь, например, и чего-то даришь своей женщине или даешь, там вот даже там приносишь там деньги домой, все, и ноль эмоций, не хочется. Вот поэтому женщинам я прежде всего хочу сказать, что отдавайте эмоции, не будьте скупыми на эмоции. И вот здесь мы опять-таки возвращаемся к воспитанию. Насколько мы могли проявлять свои эмоции в детстве, насколько мы раскрепощены внутренне, насколько мы готовы делиться этими эмоциями, настолько рядом с нами мужчина хочет для нас что-то сделать. Когда мы готовы принимать что-то приятное? Абсолютно верно. В принципе, это приятный момент. Готовы что-то даровать приятное. Да. Ты готовый? Сергей, у нас також в жіночому царстві. Батько молодий, маленької донечки відкрила таємниці. А скільки вашої дочки? 2,5 рочки. Прекрасно вообще. Мы еще маленькие, мы еще любим подарунок принимать все, что бачимо на полицах магазину. Не, ну это тоже. То есть для... Вот мама в роли женщины занимает вот функцию примера. То есть мое детство прошло в Польше, и там вот как бы 7 лет мы жили, родители служили там, и вот мама у меня полька, и вот, наверное, именно там мама старалась привить нам вот эти какие-то традиции семейные, какие-то, ну вот, культурные какие-то традиции. То есть вот я очень хорошо помню это время, для меня оно такое очень памятное было, потому что любой человек формируется по психологии, его дальнейшее жизнь вот с возраста от 1 до 7 лет вот такой костяк можно сказать складывается человека и уже дальше это идет проекция вот наших детских начинаний достижений отношений и так далее то я очень хорошо помню вот мама моя это тот пример вот женщины со вкусом абсолютного счастья и проект я в принципе создавала именно по подобию своей мамы потому что очень часто вот поскольку папа у меня военный и вот были такие моменты когда он звонит и говорит Людочка я там приду например там с генералами домой то есть стол должен быть накрыт и мы вот это втроем там как бы бегаем накрываем то есть вот это вот сервировка, там вот это вот там подготовка, вот эта эйфория. И для нас отец, это был мужчина, это был добытчик, и вот как бы с большой буквы. И вот как-то в моей жизни я к любому мужчине отношусь, вот я говорю, это мужчина как бы второй после Бога.
Вот это очень важно, потому что когда мужчина чувствует себя вот богом в твоей жизни, он и делает такие же поступки. Поэтому не нужно девочке там стремиться быть богом, лучше стремитесь быть богиней для своего мужчины. Вот так треба робити. Да. В будь-якому разі жіночого щастя можна досягти, якщо чоловік приніс мамонта, а жінка вже вирішила, як же його правильно розрізати. Да, вот по этому поводу я всегда рассказываю девчонкам на тренингах как бы историю про мамонтову пещеру. Вот я говорю, например, если мы там спустимся в тот первобытный мир, как бы то мужчина приводит женщину в свою пещеру. Задача женщины – оккультурить эту пещеру, там шторки повесить, там чего-то там камень правильно поставить, цветочков добавить. Ну, то есть вдохнуть вот это вот женский все-таки уют, комфорт. То есть когда мужчина приносит мамонта, задача женщины – приготовить этого мамонта, но еще задача женщины – сохранить мамонта, потому что завтра он может пойти на охоту, а мамонта не будет. Мне вот очень часто я наблюдаю ситуации, когда мужчина приносит мамонта, женщина приготовила, там, сохранила все, и потом вот наш вот этот женский интерес, а вдруг я пойду, вдруг у меня получится этого мамонта принести, да, ну вот как-то попробовать, ну вот, ну а что? И вот как бы женщина идет в лес, то есть, а мы, если поставили цель, глаза горят, и наша, ну вот женская вот эта натура, то есть мы идем за мамонтом, он нам в принципе не нужен, нам нужна похвала от мужчины, то есть нам очень важно вот в глазах мужчины, чтобы нас похвалили. То есть, ну, есть разные способы. Мало похвалы за приготовление. Да, а мы начинаем вот именно с того, что мы идем, мы раз принесли мамонта, мужчина, какая ты у меня молодец. Мы пошли два уже мамонта принесли, мужчина, боже, какая ты у меня молодец. А потом мужчина понимает просто, что, а у нее, может быть, это лучше получается. А у меня там диван не лежит. А я, в принципе, как бы, а мне неплохо, и шторки я тоже разбираюсь уже, и цветы знаю, как поставить. И вот в таком случае идет вот как бы перераспределение функций. Вот, в принципе, сейчас это и происходит очень часто. Я была в Москве на съемках женского предназначения. То есть, ну, так сложились обстоятельства, скажем так. И там была девушка, я очень хорошо запомнила, у нее отец нефтяной магнат. И вот она говорит, вот искренне мы разговаривали, она говорит, девчонки, вот верите, говорит, я бы и рада найти мужчину, но мой статус и вот, вот то, что у меня, мне не позволяет, например, общаться с мужчинами, которые ниже меня по рангу. Я говорю, ну тебе надо тогда арабского шейха минимум, то есть как бы и даже Москва здесь не подходит, то есть как бы. Но она вот говорит, вот у нее вот комплекс по этому поводу. И мы давали задание, то есть она выходила, и она общалась с каждым мужчиной. Она вот пришла и говорит, вы знаете, я подчеркнула для себя очень много интересного. Я перестала воспринимать мужчину как статусного или не статусного. Я просто научилась, ну вот, общаться с ними, видеть мужчину в мужчине. Вот для девочек, для женщин очень важно давать мужчине быть мужчиной. То есть мы умницы, мы красавицы, мы все можем, девочки. И вот я говорю о том, что у нас есть женское и мужское начало. И мы должны взрастить свое мужское начало, своего внутреннего мужчину до такой степени, чтобы он нашей внутренней женщине дал возможность выйти. О чем я говорю? О том, что круто, когда у нас там есть какие-то связи, можем решить какие-то проблемы. Мужчине это тоже льстит. Но это не должно быть постоянно. То есть это должно быть по-женски. Вот там он приходит домой после работы, ему, как у тебя день прошел? Он там, ну вот там у меня такая... Ой, ты знаешь, вот у меня случайно абсолютно есть, кажется, решение. И вот, вот это должно вот как-то вот так звучать. Они, а, да, у тебя... Окей, я все решила, все, я молодец. То есть вот похвалу у мужчины нужно зарабатывать. Стей немножко... тут никуда не идти. Да. Вот в этом плане вот очень часто. Я сейчас живу на два города, то есть на Киеве и Полтаву. Как бы у меня есть проект в Киеве, и сейчас я бы хотела сделать его в Полтаве, то есть у меня есть женский клуб, и вот я поняла такую вещь, что женщинам все-таки очень важно быть в женском коллективе, собираться, общаться, понимать какие-то женские темы, делиться секретами. Вот когда вот пообщались, там обмен опять-таки женской вот этой энергии, это очень важно на самом деле для женщины. Почему? Потому что мы тогда приходим домой, мы тогда такие наполненные, у кого-то чего-то услышали, у кого-то чего-то увидели. То есть мы приходим, и мы хотим вот лелеять наших мужчин. Это хорошо.
Я абсолютно не говорю о патриархате. То есть я абсолютно не говорю, что надо там положить себя там в плане там рабства какого-то mm-hmm. своему мужчине. Нет. Но я в свое время, мне попала книжка в руки, называется «Законы христианской семьи». И я вот прочитала там такую фразу, что женщина должна относиться к своему мужчине, как церковь относится к Богу. То есть она его прежде всего уважает, она ему поклоняется. Но мужчина к женщине должен относиться как Бог к церкви. То есть он должен заботиться о ней, он должен беспокоиться, создавать ей защищенность, вот этот вот уют. Это тоже очень важно. Насколько женщина чувствует себя женщиной рядом с мужчиной? Такие вопросы тоже... Не знаю, як то вісері, а мені все подобається. По-перше, з мамонтом розібрались. Не треба, дівчата. Якщо ви навіть можете це, не треба. Сидіть в печері. Як кажуть, як да. Вот даже вопрос такой вот ремонта, например. То есть мужчина покупает квартиру. Вот как бы, вот он молодец. А ремонт в квартире, как бы, делает женщина. Они делают вместе. Вот это очень круто, когда вы можете что-то делать вместе, когда вы можете посоветоваться, когда вы можете найти какие-то общие взгляды. Это очень, ну, очень круто на самом деле, потому что вот так вот рождаются какие-то теплые отношения, какие-то ценности общие. То есть для мужчины и для женщины, когда вот они начинают там общаться, встречаться, очень важны ценности. Очень важны семьи, в которых они воспитываются, насколько семьи похожи между собой. Потому что, когда мы, вот, например, выходим замуж, и если, например, там, в моей семье папа был военный, я привыкла, что мама там у меня барыгиня, хранительница, и я, допустим, попаду в семью, где там мама шашку наголо, бизнес-леди, да, бизнес-леди, как бы, и она, а папа, да, а папа вот как бы при ней, мне будет достаточно сложно. Потому что, ну, я воспитана совершенно в другой семье. И фактор там заработка денег, да, я умею хорошо зарабатывать, но я прекрасно себя чувствую, когда рядом со мной мужчина. Который умеет тоже хорошо зарабатывать и который, которому интересно со мной. То есть очень важно, чтобы мужчине было интересно с женщиной. И вот женщинам нужно вот такие вот хитрости какие-то использовать. Там вот есть в коучинге там как бы понять такое рапорта. Это что когда это? Подстройка. Когда вот мужчина пришел домой, например, и он, допустим, пришел уставший. А вы тут такая вся на эмоциях, тут хотите ему чего-то рассказать, вот вся такая ждущая, горящая, да. А мужчина пришел уставший. Первая вот задача женщины – это дать мужчине вот именно то состояние, в котором он пришел. То есть я не говорю там встретить его там тоже уставшего. А, да, ты пришел, слава богу, ужин на столе. Нет, абсолютно. Но вот именно перенять это. Возможно, где-то там провести там рукой по плечам. Возможно, предложить там какой-то расслабляющий массаж. То есть, возможно, там спросить, а хочешь ли ты кушать? Может, не хочешь, может, потом. Что бы тебе хотелось? Вот я приготовила вот это, но если хочешь, я могу приготовить то, что тебе нравится. То есть дать мужчине вот это тепло. Для мужчины очень важно, когда вот он приходит домой, и его, знаете, как обволакивает тепло женское. Когда мы поймали его настрой. Вот, это очень важно. И вот как бы вот это вот состояние на одной волне, это для женщин является основным. А не мы пришли домой... Мы тут такие бизнес-леди, мы тут, в общем, мамонта заработали, как бы деньги принесли, и вот говорим, я все сделала, а ты, пожалуйста, приготовь на стол. То есть есть и такие ситуации. И мужчина как бы начинает себя чувствовать дискомфортно. Никакому мужчине это не нравится. Это неправильно. Да, поэтому, девочки, обращайте внимание на своих мужчин, дарите им то состояние, которое они хотят. То есть, но прежде всего, женщина может дарить это состояние, когда она наполнена внутри, когда она сама себя любит, когда она сама себя ценит, когда она сама себя уважает, и когда она понимает, что вот если она делится этим с мужчиной, то
Їй буде щастя. Да, абсолютно. Хотілося б вже підбити підсумки нашої розмови, насправді слухали б і слухали. Я впевнена, що надзвичайно це цікаво все нашим глядачам, а їх, між іншим, у нас 1,5 мільйона по всій Полтавській області. Так, але, на жаль, режисери нам підказують, що час прийшов прощатися. Ми вам щиро дякуємо. І, як то кажуть, дуже добре все вміти, але не дай Бог все самі робити. Абсолютно з вами согласна, поэтому оставайтесь как бы женственными, дарите своим мужчинам самое лучшее состояние, самые лучшие впечатления, любите своих мужчин, любите себя и, пожалуй, самое важное, оставайтесь с собой. И добавляйте немножечко вкуса вот этого абсолютного счастья, чтобы, общаясь с вами, у мужчины оставался вот этот вот привкус, аромат, привкус вашего абсолютного счастья. І він теж буде щасливий, і будуть щасливі усі. Я нагадаю, що в нашій студії чарівною гостею сьогодні була коуч-тренер по взаємовідносинам, автор проєкту «Жінка зі смаком абсолютного щастя» Лілія Кей. Дякуємо. Дякую. Бажаємо вам. Дякую. Дорогі друзі, залишайтеся разом з нами. Це програма «Ранок на Алтаві».